Дезинфекция полным ходом. С 15 июня налоговая возобновила прием посетителей. Пока только по предварительной записи на сайте налог.ру или по единому контактному номеру и строго с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Все инспектора, осуществляющие прием, оснащены средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, экранами и дезинфицирующими средствами. Каждые 2 часа в инспекции проходит влажная уборка, регулярно проветриваются помещения, размещены разметки для соблюдения дистанции 1,5–2 метра. Сотрудники ФНС напоминают, что все посетители должны находиться в помещении в масках и перчатках. Также для налогоплательщиков при входе размещены специальные боксы, куда они могут сдать свои документы, чтобы не ждать записи. Все изменения, касающиеся законодательства и приема граждан, можно отслеживать на официальном сайте. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».